Выезжаем. Приехали. Это наш или нет? Я не знаю. Вон там спереди не наш. Она очень долго движется. Переехал одного. Я не знаю. Переехать, переехать. Спереди перед нами. Я не могу пушку развернуть. Они вокруг. Все, здесь стоит. Вон они, я их вижу. Они будут спереди. Сжёг одного. Да. Да. Вон он спереди, спереди. Жги. Я просто жги туда. Они там. Вот он, вот он. Где? Жги. Это русские не стреляют. Орудия не стреляют? Нет, они говорят, это русские не стреляют. Встаем на бар. А, все, это наш. Едем. Вон он, вон он! Все, наваливаем нормально. Поехали. Я считаю, наша эффективность максимальная сейчас. Вон он, вон он, где? Да в доме. Жги, видишь? Рок. Все, вон спереди они. Где спереди? Или это наши, я не знаю. Дистрикт Дерия. Мы на точке. Вон они, вон они. Вон они, нет, не туда. Где? Вот сюда едешь, правильно, я не вижу никого. Жги! Вон он, вон он! Да у меня вон они. Стоплива, не... А, вот. Где? Я его перееду. Они прямо, вон они, вон они! Мы захватим эту цель! Крутись по кругу! Просто он убегает! Я понимаешь, огнемет не жжет. Он перегрелся. Вон он, спереди! Да я понимаю, что спереди. Я не понимаю. Ай, черт, сам все сделаю. Стой, сволочь. Найду. Нельзя покидать корабль. Почему мы горим? Не знаю. Что? Что с нами? С нами, да, с нами что-то... Вон он! Давай, 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 давай! Да там справа еще идет. Едем. Вон перед нами. Вперед. Справа, направо. Назад и направо. Черт. Башня вертится медленно. Назад. Значит, я башню назад поставил. Так.
я не могу. Проедь налево. Налево еще. Вот он, да почек. Не знаю. Я всех. На корабль надо сзади заехать. Бежать сзади, там никак. Да вот, блин, слева камень. Не, дальше налево. Такой кошмар. Серьезно. Хорошо. Нет, никого. Ладно. Горим. Да, да. Шоково. Кого? Горим. Бежу. Беги. Я сгорел. Что дальше на танке? Шоку. Да, я нашел. Ладно, я в нормальный, когда чисто подпереху. Это танк. Конечно, я выхожу из танка. Я только что отряд истребил с пистолетом. Вот, короче, за этим кораблем именно я там целый отряд просто будет. У нас получается принадлежать Советскому Союзу. Все, берем. Мне надо скрыть одну позицию. Продолжайте с тем же духом, товарищи. Что? Советскому Союзу. Где? Вот они. Нормально, здесь. Я понял. Продолжайте с тем же. Мне невозможно стрелять, потому что у меня нету прицела. Продолжайте с тем же. Мне невозможно стрелять, потому что у меня нету прицела. Гренадер нерабочий, короче. Он навешивает эту херню для гранат, стреляет обычными патронами. Ты как глушитель выглядит. Ну как танкисты, я думаю. Нам наоборот. На щеку. Так. Да как? Чел с Мосинки, да мы тут стрелял. Что за модификация финская? Так, ну захватываем. У нас потери! Где потери? А, я вижу. Видел. Там в доме и за домом еще. Продолжайте с тем же духом, товарищи. У нас получается. Позвоночник. Член. Это позвоночник. Танк? Наш едет, надеюсь. У них вроде нет танка. У них вроде нет. Хотя должны быть. Да, да, вот. Чел в бункере. Не мешал. Да, все. Член снизу. Дмитрия Лавриенко убил, нас сразу видно, что фин. У нас потери! Там дальше сидят. Ага, вижу. И одного. Блин, меня в пятку ранили. Томми зашли за Финляндию. Чёрт, вы Томми. Я тут один на точке. Знаешь, да. Ну всё, я с наганом. Может, на точку?
Вперед, 9 секунд, ребята, захват. Все, я на точке, по крайней мере, стою. Я беру пистолет. Очень много здесь. А, то есть. А если я на точке стою, то ничего не значит? Вообще ничего, видно.